И последнее. Редкие кадры удалось сделать фотографу из Витебска. Мастер сумел запечатлеть транзит МКС по диску Солнца. Удивительные снимки получились спустя 4 года безуспешных попыток. Необходимо было четко вычислить время, ведь Международная космическая станция пролетела буквально за секунду. Кроме того, важно было правильно подобрать оптику, оборудование и защитные фильтры. Это не первые снимки астрофотографа Владислава Воронецкого на космическую тему. Этой весной он снял прохождение МКС по диску Луны. Снимал я с площади Победы. То есть пришел, поставил штатив, камеру, солнечный фильтр. Люди ходят, смотрят, что-то непонятное. Человек сидит, снимает солнце. Вот. Такие были странные взгляды, но потом, когда интересовались, спрашивали, что вы делаете, я им рассказывал, они говорят, это возможно вообще, как это можно увидеть. Астрофотография – необычное увлечение. Владислав Воронецкий уже снимал Луну, Сатурн и Юпитер. Своим хобби он надеется привлечь внимание молодежи к физике и астрономии.